цветах, в ваших подарках и записках. Спасибо вам большое. Мы это сделали сегодня вместе. Собрались только самые-самые близкие мне люди. Те, которые являются не просто моими друзьями, а моей семьей. И хочу вам сказать спасибо, что этот праздник не спали всей команды несколько месяцев. Репетиции танцев, потом ночью вокальные. Все это, чтобы организовать в одну общую картину, которую вы сегодня наблюдали. Спасибо большое. Маша, пожалуйста, они пришли ко мне больше, чем полгода назад и сказали мне, что мы в тебя верим, и мы знаем, что ты соберешь. Я отказывалась, если бы он хотел меня на сцену, или нет? Кто бы мог подумать, что в свои 45 он будет ответственный за то, что будет надевать мне ушные мониторы. Я до сих пор не умею надевать. То, что ты номер один, это очевидно, это факт. Я тебя, наверное, говорю, что у тебя нет таких слов, чтобы описать, что я испытываю по отношению к тому, Много спички моя, на крепоше выпаду, но я найду в себе силы, ни о чем не жалею. Давай заново. Ты нервничаешь. Давайте вас сфоткаю. Сегодня на протяжении всего концерта у меня... Лапа!
Я теперь...